Я Ростик. Бывают дни, когда я иду на кухню, беру в руки нож, снимаю трусы, кладу свой андре на край стола, заношу руку с ножом. Нет. Я не нахожу в себе сил для того, чтобы резко поменять пэк и решить свою проблему раз и навсегда. Так я и стою, трясясь как котенок на холоде. В висках стучит, меня прошибает пот. На глазах выступают слезы, и я начинаю трястись в беззвучных рыданиях. Осознание собственной слабости и нерешительности, как щелочь, разъедает мне душу. Клубок внутренних противоречий сводит меня с ума. Если я Ростик, почему просто не могу взять и опустить со свистом нож на пару этих ненавистных, амчных, два ядра, два потока? Почему я стою здесь как идиот, чего жду? Ведь дело в том, раз, и нет проблемы. Как я вообще могу себя называть гордым словом ПК-геймер, если в сердце моего ПК-адская плитка амп? Нет. Я не Ростик. Мне хватает. Я гироскоп. Ходячая речка. Эти обидные слова бьют по моему сознанию, точно градины, по крыше, и я начинаю рыдать в голос. Рыдаю громко, от души, точно ребенок, у которого отобрали Intel. Моя рука обессиленно опускается. Нет, не на процессор. Я убираю нож в стол и, не закрывая корпуса, падаю на пол и начинаю заходиться в отчаянных рыданиях. Меня корежит от боли от того, что я Ростик. Почему? Почему так? Почему я купил этот уродливый кусок металла, три ядра, три потока и видеокартой, которая звучит как самолет, блять? Почему мама не купила мне милый и красивый Intel i9X с прелестными 16 ядрами и 32 потоками в нем? Почему, в конце концов, я не могу просто взять и купить себе все это, ведь я этого так хочу? А-а-а! Рыдаю я так, что ивашки на застенкой начинают стучать по батарее. А-а-а! Реву я и чувствую, как мое лицо опухает от долгого плача и становится похожим на лицо типичного Глеба с 82 клавишами. Так, с истерикой и конвульсиями, я в конце концов засыпаю на полу, скрючившись в позе коня женского пола. Во сне мне снится, что я интеловат, то есть натурал. Я сую себе руку в корпус, чувствую там не тот кусок железа, который мешал мне всю жизнь, я чувствую именно то Xeon E5-2640 и в 1,6 ядер, 12 потоков. Во сне мой рот растягивается в довольной улыбке. Я наконец-то чувствую себя человеком.